Так, сегодня мне исполнилось 7 лет. С нетерпением жду подарков. Поздравляем, Кирилл. Это совместный подарок от меня, мамы и папы. Что это? Сейчас откроешь или нет? Это все. Смотрите, какой у меня большой воздушный змей. Да не, вот так. Так, пошли. Это же... Русская народная спортивная игра. Ой, это горобки. И теперь переходим к самой маленькой упаковке. Я еще не понимаю, что это. Я еще не поняла, я буду держать это вот так. Давай сначала начнем. Тогда сначала вы увидите. Часы. Я же не придумала. Я же никогда не могу. Сейчас. Да. Я иду в школу, и мне надо всегда быть на связи. У меня свежевыжатый мангусок. Ну что, за тебя, Кирилл? Прям сахар. А это наша компания. Кирилл, я тебе дарю 1000 рублей. Прилипало. Спасибо. Круто же, на холодильник прилепить можно. А на 1000 рублей купить. Давай, давай. С днём рождения. Две карты целых и два там. Чтобы вот это поиграть. Подними. Танковый бой. Да, танковый бой типа. Подними там вот эту штучку, переверни. Да-да. От Юли. Спасибо. А это у вас поле или... Это поле. Поле. Спасибо. Там целых два поля. Поздравляю тебя. Спасибо. Там есть батарея. Если ты руку делаешь, он слетает. А, я знаю, у меня такой же был. Только... А, ну да. Спасибо. Чтобы ты всегда был таким хорошим, и всегда у тебя все было хорошо. Оставайся веселым, жизнерадостным, добрым, счастливым и всегда улыбайся, ладно? Днем рождения! Днем рождения! Ура! Поздравляем тебя! Спасибо! Желаю тебе счастья, добра, и чтобы ты никогда не болел. Спасибо! С днем рождения тебя, Кирилл! Я тебя поздравляю с днем рождения. Желаю тебе счастья, здоровья, чтобы ты никогда не болел, чтобы у тебя были все хорошие оценки, чтобы ты закончил хорошо школу. Спасибо. Спасибо. Это открытка. Привет, бабушка, я тебя там нашел. Ой, дедушка, ты тут тоже. Привет, тетя. Ну, привет. Это поносит. Что, не правильно опять? Нет. Ну, хорошо. Вы что, знаете, если не получится, да. Смотрите, что у меня есть. Сейчас много лет. Как думаете, что это? Ну ладно, так что, пока сбежали, мы сейчас должны повторить за тобой. Это супер сложно. Что угодно.
боксом. На тебе, друг мой. Кто за нас, собственно? Давай, поехали. Меня зовут Никита. Хорошо, как тебе лечь, чем ты занимаешься? Меня зовут Никита. Так, ну рассказывай, Кирилл, сколько тебе лет сегодня? Семь лет? Так, я хочу понять, сколько семь лет. Юля превратилась. Да? Это надо вот так делать. А, как фиксики. Нет, это больше, вот этот палец тянуть, а вот этот поставить. Вот так я в носу ковыряю. Ну ладно, как? Вот так? Вот, все, вот так. Нет, вот, да? Да, да, вот да, так? Да, 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 да. Ну что, Кирилл, покажешь нам движение? Давай. Давай, 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 ты готов? Давай. И поехали. Ничего себе! Ты умеешь на нем ездить? Или научишь? Я на мотоцикле ездил. Вот это да! 7,5 лет так уметь! Ничего себе! Я не умею до сих пор. Ну что, покажешь движение? Давай! И поехали! Вот это да! Это Максим у нас, да? Да. А сколько тебе лет, Максим? 10 лет, ну ты занимаешься? Я перевозил ручки, а то есть на велосипеде спасаю, и я занимаюсь детским днём, а ещё бесплатно, да? Как нас заработал? Как тебе его поплохо? Молодец какой! Так, макаешь движение? Ага. Ты что занимаешься? Я занимаюсь танцами. Танцами? Она танцами занимается? Да, да. И сейчас, может, на движении мы их не сможем повторить, которым ними? Да. Или сможешь? Нет. Ты сможешь? Нет. Почему вы так говорили? Мы сможем. Итак, кто ты сможешь танцевать? Ты готова? Ну давай, рассказывай про себя. Артём, 9 лет. Чем занимаешься? Чем? Водное поле? Ничего себе, ты сестра? Ксюша, 6 лет. Я пойду скоро на балет. Вот это да! Ничего себе! Ну что, готовы дальше продолжить? Ну давай, расскажи. Я Платон, мне 10 лет. Я Розов, у меня есть 2 колонии муравьев. Я занимаюсь вот этой колонией Артём. 2 колонии муравьев. Одну хорошо, я понял. Это как? Не, давай попробуем, хорошо? Одна моя. С днём рождения!
Станислав, ты жив там с нами? Кирилл, ты с нами? Ой, все, молодцы. Так. Я же Тучка. Итак, ладно, вы готовы увидеть это? Давайте громко-громко похлопаем. Похлопаем. Похлопаем, похлопаем. И... Ой! Так, Кирилл, сейчас будет от каждого человека твое поздравление. Ты готов? Да. Так, давай, что ты ему пожелаешь? Я желаю тебе добра, хороших оценок 1 сентября. Ну, там шоколадок много и всего самого хорошего. Чтобы ты улыбался, у тебя было все прекрасно, чтобы все, что ты хотел, исполнялось. И хороших тебе оценок. 7, 8, 9. 10. Все открываем? Точно? Я надеюсь, что она перевелась. 20. Вот это да. Давай покажем 20. На камеру. Вот это да. Уверен? Точно. Все, давай покажем на камеру. Вот это да! Куда Мишник не перевелся? Ну, в принципе! Все? Точка, да, так, ты теперь? Так, все, выключаю. А может быть, от дома взял? Ой, я тоже хочу! Загадывай свое самое-самое заветное желание. Не загадывай вначале. И... Отпутиться тут нет. Загадал? Да. Сейчас он все загадает. Задавай. Еще. Еще. Ура! Давайте все громко-громко получим. С днем рождения! Ура! А теперь, Кирилл, так как у тебя сегодня день рождения, ты должен откусить любую часть этого торта. Вот это да! Скажи, вкусный?
А теперь целую с вами сладкими губами маму и папу. Давай, быстрее.